Громко как зовут? Виталина. Давай. Тазорнер. Что на ботинке? Я не могу. Вперед, и все. Я не могу. Да что ты можешь, блин, что ты вырежешь, я не могу, не могу. Я могу, могу. Говори, могу, 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 могу. Могу, могу, могу. Все прыгают, и я могу. Я же 100 раз себе это представляла. Сейчас я как прыгну. Ой, как прыгну, как прыгну. Когда? Что-то стыдно уже. Обратным движением, главное, за перилом цепляйся. Да? Когда вдруг ты полетишь. Ты что так страшно-то? Смейтесь, смейтесь, гады! Я не могу. Я не могу. Я тебя понимаю. Рома все решил на это не смотреть, ехать домой. Да? Как решит? Ну как, сказать себе, я смогу. Я смогу и полететь. Нужно в голове знать, что как бы есть уверенность в том, что полностью безопасно. А дальше все от тебя только зависит. А что я смогу сделать? Я прыгаю уже. Ну не будь ты тряпкой, ядрен батон. Не ты, не будь бабой. Блять, ну ты сука. Какой кайф! Мамочка, я это сделала. Господи, боже мой. А, мамочка. Фу. Господи, какой же я мерзкая сыкла, ужас. Давай, каталочку, каталочку. Он туалет. Да. Но садиться на него не стоит. Ну-ка, посмотри-ка на меня.